Описание породы. Четко выраженная породная группа душанбинских голубей. Величина корпуса порядка 38-40 см в длину, с отличными летными качествами. Основной тон оперения светлый с голубыми и черными пятнами по корпусу. Иногда бывают пятна других цветов, красные, коричневые и желтые. С возрастом птицы темнеют, количество пятен увеличивается. В отличие от чивкарей на крыльях могут проявиться пояса. Возможно, в образовании этой породной группы принимали участие чивкари, уда и куи. Голова. Голова гладкая, округлая, лоб покатый. Допускается наличие заднего чуба, который может быть как от уха до уха, так и более узкий. Клюв. Средний по толщине, длина до 13 мм по линии разреза, от светло-мурого до белого, слегка изогнут к низу. Восковица белая, четко выраженная, гладкая. Наросты в углах рта и под клювом допускаются. Глаза. Средние, светлые с кольцом малинового оттенка вокруг радужной оболочки, блестящие. Веки. До 2 мм. Нежно-белые, иногда голубоватые. Лохмы. Средние, 5-8 см, иногда 12 см. Космоплотные, без разрывов. Шпоры. От 3х до 5 см. Бой. С выходом в столб до 5-8 мм и игрой до 10-12 раз с резкими щелчками. Винтовая игра от 3х до 5 раз. Очень сильная игра при взлете и посадке, а также на средней высоте. Продолжительность полета до 3 часов. В отдельных случаях при хорошей погоде могут отлетать до 5 часов. Наиболее выдающиеся летают до 8.